Вообще, вот эта мода на какие-то безумные выходные, двухнедельные каникулы, после которых еще две недели никого нельзя найти на работе. Одни догуливают, другие все еще переживают под впечатлением. На мой взгляд, это бред сумасшедшего, честно. То есть, ну, мы встречаем Новый год, мы отмечаем праздник в семье, окей, но там 3-го, 4-го, 5-го числа у меня происходят уже какие-то встречи деловые, я сажусь за инструмент в студию и занимаюсь своим любимым делом. А почему это обязательно должно быть? Ну, отпуск, он может быть в любое время. То же самое связано с майскими праздниками. На мой взгляд, для России вообще, по большому счету, актуальных, есть два праздника. Ну, понятно, Новый год, там, окей. Но самое важное – это 9 мая, это День Победы, День освобождения не только России, всего мира от фашизма. Это то, чего нельзя забывать, и это таких честных три трудовых дня, которые нужно посвятить не пьянкам, гулянкам, а посвятить, собственно, памяти. Посмотреть что-то исторически важное, почитать, в конце концов, посетить могилы своих предков, которые положили жизни за то, чтобы сегодня был мир. Но когда это превращается в двухнедельную там дачно-курортную вакханалию, мы не настолько процветающая экономика, чтобы себе позволить подобные вещи. Ну, как-то надо аккуратнее быть с праздниками.